Ну вот, друзья, вы видите на маршруте смену решения. Была идея лететь на Маттерхорн, но вот видите, как мысли сходятся. Я только сказал, что я без Клауса бы туда не полетел. И Клаус, умничка, мои мысли прочитал и сказал: да, Игорь, ты прав. Сейчас релакс, сейчас добрать надо, не позориться. Давай, забери стрижапка. Блогер хренов. Вместо того, чтобы работать, тут всякие видосы снимаешь. Вот она, красавица. Мы с Клаусом Мольманом идем. Ой, туда, как страшно. Клаус справа от меня. Посмотрите. Ой-ой-ой-ой, как страшно мне. Я сейчас мишень. Я лечу по прям. Ой, как красиво. Учитель сейчас меня снимает.